Азиза, привет! Привет! Как дела? Хорошо. Что делаешь? Я тут прибираюсь. Серьезно, это крыса или это хомяк? Это хомяк. Как зовут твоего зверя? У него нет имени. Отлично. С чего начинается день известного блогера в Казахстане? Сегодня наш день начался с... как обычно. Мы ничего не делали. Тебе какой-то сон приснился? Да, мне приснился сон про тебя. Это был эротический сон? Нет. Это был не эротический сон. С чего начинается твой день? Чай или кофе? С воды. Воды? Серьезно? Да. Слушай, а какие планы на это лето? Куда едешь? Так, мы летим на юг Италии, в Барселону и в Киев. А какой у тебя любимый город вообще? Стамбул. Серьезно. А какой фильм? «Титаник». Райан Гослинг или Том Харди? Том Харди. Серьезно. Я думал, что тебе нравится Райан Гослинг. Нет, вообще лучший мужчина в мире — это, конечно же, Ильдар. Азиза, как часто ты пользуешься косметикой? Что, я вообще не крашусь, у меня натуральная красота. А без какой косметики ты не... Можно? Да. Азиза, расскажи, без какой косметики ты не смогла бы жить? Без тонального средства. А что бы ты никогда не надела? Колготки в сетку. А тебе нравится сериал «Бригада»? Обожаю. А покажи Сашу Белого. Кто, братья, кто? Какой совет ты дала бы себе 16-летней? Не носить фейковые вещи. Какие существуют стереотипы насчет блогеров вообще? Расскажи. То, что мы любим все на бартер. А как ты относишься к вайнерам? Прекрасно. Классные ребята. А кто круче, вайнеры или блогеры? Смотря в чем. Ну, по популярности и по просмотрам. Я думаю, что вайнеры. Что у тебя чаще всего спрашивают подписчики? Азиза, вы что, беременны? А каким был первый комментарий к твоей первой публикации в Инстаграме? Я выложила look of the day, и мне сказали, у вас что, дома линолеум? Кстати, а можешь показать свою первую фотку в Инсте? Да, могу. Давай посмотрим. Да ну серьезно, ты ее хранишь на телефоне? Конечно. Диня, подожди, я фотку покажу. Та-дам! Вау, красота. Ну, раз уж Диньяр здесь, давай спросим, как тебя изменило материнство? Я стала делать вид, что я люблю детей. А у вас есть с сыном какой-то общий сленг? Да, пойдем покажу. Азиза, скажи пару слов из вашего с Диньяром сленга. Эмбушляки, фленг и скиренда. Я не знаю, что это значит. Чем вы больше всего любите заниматься вместе? Играть в его машинки. А кем ты хочешь, чтобы он стал в будущем? Хорошим человеком. А прочитай последнее сообщение на своем телефоне. Сейчас прочитаю. Да. Что ты мне оттуда ползал? Вот тебе счастье. Уходи. Еще чего-то. Нет. Этот парень не уходит. Так, последнее сообщение. Ильдар пишет, почему ты сказал о Том Харди. Слушай, а что ты любишь делать, когда нет никого рядом? Так, сейчас я расскажу. В общем, я когда остаюсь одна, я люблю разговаривать на английском, так как я его не знаю, это выглядит примерно так. Hello, it's amazing for me and the Travis. Круто. Дональд Трамп или Барак Обама? Барак Обама. Шпильки или кроссовки? Кроссовки. Слушай, а покажи, как делать идеальное селфи. Пойдем, покажем. Можно, да? Давай. Так. Так, подбородок повыше и так, чуть... Угу, угу. Есть, по-моему, есть. Да. Отлично. Да. Отлично. Слушай, а на какую киношную пару вы с Ильдаром больше всего похожи? Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер в фильме «Притворись моей женой». Прям. Круто. А как вы относитесь к светским вечеринкам? Плохо. Ильдар тоже? Ну, по всей. Ты его видел? Да. А на какую вечеринку ты бы никогда не пошла в жизни? На светскую. Отлично. Ну и напоследок, дай совет молодым, как достичь успеха в социальных сетях. Нужно быть настоящим, не притворяться и выкладывать побольше контента. Супер. Спасибо тебе большое. Хорошего Всем дня. Пока. Пока. Пока.